Я очень рад, что у нас здесь, в Петербурге, мы идем на шаг впереди Москвы. Меня интересует вот другой вопрос. Я сегодня с утра залез в интернет, начал читать список выступающих в Москве. Вот чудо! Протрите мне глаза, поднимите мне веки. Там будет выступать Кудрин. Этот человек так пострадал от режима Путина. Он надел белую ленту и вышел нас учить, как нам надо свергать этот режим. Я сплю. Там будет выступать Михаил Горбачев. Это гнеченый Иуда, который предал всех, кого мог. И этот подонок будет выходить на трибуну и учить нас, как нам надо бороться с этим режимом. Я не знаю, может быть, там уже Сурков с белой ленточкой стоит на трибуне вместе с Ромой Абрамовичем. Люди, я сплю, это правда или нет? Люди, я не понимаю, что там на трибуне делает гламурная, блядь, Ксения Собчак. Объясните мне! Объясните мне, чему собирается нас учить этот жулик и вор Прохоров? Объясните, чему этот олигарх, сколотивший свое состояние на грабление русского народа? Чему он может нас научить? Кто все эти люди, чему они будут нас учить? Поэтому хорошо, что мы здесь объединили тех, кто на самом деле может что-то сказать. В Москве такие люди тоже есть. Слава Богу, хоть дали слово Навальному. Как я рад, что хотя бы ему дали слово. Поэтому, друзья мои, мы вот, например, боремся с этими фальсификациями на выборах. Да, это жуткое преступление, и уверен, люди, которые это сделали, возглавили, пойдут по этапу в живописные места Колымы и Мордовии на оздоровительные процедуры. Но кто пытается прийти им на смену? Кто? Этот карточный шулер Немцов, который сфальсифицировал выборы 96 года, и все это прекрасно помнят. И сейчас он сфальсифицировал эти же интернет-выборы. Люди, русские против Путина! Русские против Путина! Русские против Путина! Спасибо! Спасибо! Давай, царя! 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 Это наша страна! Это наша страна! Это наша страна!